Коллеги, добрый день. Я включился в эфир буквально на пару минут, чтобы представить нашего сегодняшнего ведущего вебинара. Как всегда, перед тем, как начать наш вебинар, я хотел бы вам напомнить, что все ресурсы, связанные с нашим вебинаром, а именно в настоящий момент презентацию и план вебинаров на будущее время, вы можете найти в окошке «Общедоступные ресурсы», которые располагаются справа от окна презентации. Если вы это окошко сейчас не видите, то вам надо нажать на... Сейчас я покажу примерно направление по стрелочке. На кнопочку с изображением открывающейся папочки, желтая кнопочка. И эта кнопочка, она включает и выключает окошечко «Общедоступные ресурсы». Вот в этом окошке вы сможете скачать материалы сегодняшнего вебинара. Кроме того, я хотел бы сказать, что записаться на будущее... вебинары вы можете, посетив вот эту страничку нашего сайта. Ну и хотел бы представить будущий наш вебинар, перед тем, как представить настоящий вебинар. Да? Это вебинар «Искусство работы с текстом». Его будут вести Татьяна Телегина и Юрий Николаевич Белоножкин. И вот сейчас прямо в чате я дам вам ссылочку на регистрацию в этом вебинаре. Все, относительно наших будущих вебинаров все. А теперь я хотел бы представить вам Евгения Николаевича Струкова, директора библиотеки, научной библиотеки Казанского государственного университета, который сегодня вам представит замечательную, интересную тему, связанную с единым окном доступа к электронным ресурсам. Я вижу, интерес к этой теме огромный, участников набралось много. Все, я выхожу из эфира и даю слово нашему сегодняшнему ведущему. Прощаюсь с вами. Пожалуйста, можно приступать к теме нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Давайте я немножко введу в курс темы для тех, кто, может быть, эту идею единого окна доступа к ресурсам ассоциации потребителей и обладателей электронных ресурсов еще не слышал. Вообще эта тема возникла впервые и была озвучена весной этого года на конференции в Российской национальной библиотеке в начале апреля месяца. И тогда этот проект был представлен как некий, так сказать, эскиз. А сегодня я уже расскажу о том состоянии дел, которое вот за этот прошедший период времени было сделано, какая сейчас ситуация и, собственно, что на сегодняшний день мы предлагаем. Итак, единое окно доступа к ресурсам ассоциации АПР представляет собой идею, проект единого ресурса, на котором будут представлены все документы, все возможности получения доступа и информация о содержание электронных библиотечных систем участников проекта. На сегодняшний день в рамках подготовки пилотного проекта была проделана определенная работа, и сегодня на этом ресурсе расположена информация о четырех электронно-библиотечных системах, которые вы увидите в дальнейшем. Исходно посыл был такой, что было необходимо разработать площадку, платформу или взять за основу готовые. В частности, на сегодняшний день мы используем платформу, которая называется WooFind, и эта платформа прошла достаточно длительную апробацию в нашей библиотеке, поскольку информационная система
доступа к ресурсам библиотеки Казанского федерального университета, этой системы с открытым кодом, которая получила, еще раз повторю, название WooFind. Изначально разговор шел о том, чтобы подготовить площадку, разработать некий, так сказать, механизм работы с метаданными, собственно, загрузить эти метаданные и получить в дальнейшем доступ к информации. Вот на этом слайде вы видите исходную структуру того ресурса, о котором мы сегодня будем говорить. Если взглянуть на эту картинку, на эту диаграмму, то в качестве базы информационной являются те данные, которые хранятся в самих системах, электронно-библиотечных системах, и исключительно с метаданными. На основе информации о этих метаданных путем предварительной обработки формируется так называемый центральный индекс, который, собственно, участвует в качестве, так сказать, базы для поисковой машины, используемой на платформе ресурса. Поисковая машина здесь представляет собой один из вариантов системы поиска на базе Solr, и через интерфейс все пользователи получают так или иначе доступ к информации. Когда мы рассуждали в начале проекта о том, какие необходимо сделать варианты, то была, естественно, озвучена необходимость консолидации записей, поскольку предполагалось, и, собственно, так оно и есть, что в состав ЭБС могут входить одни и те же издания у разных агрегаторов. И, естественно, необходима была какая-то предварительная обработка этой информации. Ну и в качестве, так сказать, самого максимального варианта была предложена идея, что через эту платформу, в зависимости от того, у кого на какие системы есть права доступа, можно было получить доступ непосредственно к полному тексту, заходя через единый интерфейс. На сегодняшний день, как бы, задача авторизации пока отложена, поскольку здесь требуются достаточно серьезные доработки и разработки, связанные не только с участием основного разработчика самого ресурса, но и требовалось еще и участие информационных IT-служб самих агрегаторов. Поэтому на сегодняшний день мы будем представлять пока тем, как выглядит интерфейс на сегодняшний день и что в него входит. Вот первое окно, на котором вы можете попасть, когда зайдете на данный ресурс, будет представлять собой единую поисковую систему, сделанную по стандарту Google. Когда мы видим одно окно для того, чтобы в нем вводить поисковый запрос, внизу мы указываем те ресурсы, которые вошли на сегодняшний день в состав индекса этой поисковой машины. И сразу, я не знаю, насколько вам всем это хорошо видно, но я просто озвучиваю. Сегодня мы имеем возможность показать те данные, которые нам предоставила компания InfraM, это система Знаниум. Используются данные системы ЭБС издательства Лань, консультант студента, это ГАТАР, или политехресурс, вернее, правильно, и университетская библиотека онлайн. Прежде чем получить вот этот центральный индекс, была проведена достаточно большая работа по анализу и обработке исходных данных. Вы видите, здесь указан тот объем информации, который был предварительно обработан. Если все это сложить, то получается почти 200 тысяч записей, как бы, в качестве... Для чего делался вот этот предварительный анализ? Система, о которой мы говорим, она работает с использованием технологии фасетного поиска. И поэтому необходимо было для правильного формирования фасетов сформировать, естественно, исходно для начала консолидированные записи по тем данным, которые имеются в нескольких системах,
И чтобы получить правильное, так сказать, представление информации, было проанализировано следующие виды данных, которые представлены в записях внутри каждой из электронно-библиотечных систем. Естественно, учитывались основные библиографические сведения, учитывались тезировались на информацию о предметных рубриках, ключевых словах и классификационных индексах, тип самого издания и вид издания. В результате анализа было выявлено следующее. С точки зрения предоставления библиографических описаний, значительная часть записей, которая в разных электронно-библиотечных системах была получена, была выявлена картина, что они все более-менее единообразны. И те рекомендации, которые мы в процессе подготовки пилотного варианта системы передавали нашим партнерам, существовали с точки зрения наполнения различных полей марк-записей все-таки некоторые разночтения. Вот здесь на этом графике можно увидеть, что с точки у системы EBS Знаниум преобладают именно предметные рубрики. В издательстве Лань используются в значительной степени ключевые слова. То же самое можно сказать о консультанте студента, при этом здесь еще также представлена информация, полученная из рубрикатора ББК. В университетской библиотеке онлайн в первую очередь преобладают опять-таки рубрикации по индексам ББК. Такая разносортица приводит к тому, что мы, получая вот на таком поисковом окне, которое мы здесь с вами видим, это один из скриншотов действующей системы, видим, что предметные рубрики, которые являются фасетами, формируются по полю 606. А рубрикатор тематический строится на основе индексов ББК, и это поле уже 686. По логике эти сведения должны пересекаться, и количественные характеристики совокупности должны совпадать. На сегодняшний день этого, к сожалению, не происходит, именно по той самой причине, что в различных библиотечных системах все-таки используются разные наполнения полей тех записей, которые представлены. И это одна из задач, которую предстоит решить уже совместно с правообладателями, для того, чтобы получить некую единообразную систему формирования поисковом окне. Кроме того, когда мы говорим о необходимости консолидации записей, нужно было выбрать также и тот принцип, на основе которого эта консолидация могла бы быть произведена. В качестве базового механизма была предпринята попытка решить эту задачу с помощью использования ISBN, поскольку ISBN является, в общем-то, одной из немногих уникальных характеристик, которая может быть в разных библиотечных системах. Средняя доля записей с ISBN по общей совокупности 3%. То есть оставалось еще где-то 26% неохваченных или неотраженных записей, не содержащих ISBN. Тем не менее, вот по этому пространству 74%, сейчас я не знаю, вот я вижу, что коллеги пишут, что звук не очень хорошо. Но это, наверное, Евгений Николаевич, я вас прошу выключить, пожалуйста, видео, оставить только звук. Как правило, это помогает при... Да, спасибо большое. Ну, надеюсь, что сейчас будет уже лучше, да? Ну, увидим, какая там реакция будет. Таким образом, вот по 74% обработанных записей, которые были снабжены ISBN,
дублирование по всем ЭБС составило порядка 16%. То есть, если экстраполировать вот этот, эти цифры, то, скорее всего, я думаю, будет общее количество дублей в районе 20, может быть, чуть больше процентов. Ага, ну вот теперь вижу, что все исправилось. Отлично. Значит, не обязательно на меня смотреть, достаточно, может быть, и слышать. Что в результате консолидации мы получаем? В качестве второго критерия для выбора так называемой главной записи была выбрана, был выбран механизм наибольшей полноты. То есть, если несколько записей посвящены одному и тому же изданию, то в качестве той записи, которая будет представлена в качестве основной, вот как мы видим вот на этом слайде, что несмотря на то, что книга «Маркетинг. Новые ориентиры и модели управления» представлены в трех из четырех обозначенных ресурсов, выбрана та, которая представлена именно в библиотечной, в университетской библиотеке онлайн. Это связано именно в первую очередь с тем, что все основные характеристики, такие как общие сведения о самом издании и аннотация, ключевые слова и так далее, в ней присутствовали в наиболее полном объеме. При этом мы, когда открываем карточку соответствующей записи, мы видим в том числе и те дубликаты, которые уже могут быть получены из других источников. Здесь эти источники являются активными ссылками, и по ним можно будет перейти уже непосредственно в коллекцию, связанную с той или иной библиотечной системой. Критерии, о которых я только что говорил, то есть было выбрано в качестве полноты для выбора главной записи, полнота, библиографические сведения, аннотации и тематика. Поскольку здесь уже представлены все основные правильный выбор относительно той книги, которая нам нужна. Подводя итог формированию центрального индекса, еще раз повторю те задачи, которые были поставлены, те, которые были решены. То есть изначально была проведена работа по сбору общей информации со всех электронных библиотечных систем. Эта информация была проанализирована с помощью специальных программных средств, как бы разработанных, так сказать, командой разработчиков наших, и были отобраны записи, которые можно считать дублетными. Они были слиты в одну общую библиографическую запись с указанием ссылок на другие источники, где, в которых это издание также представлено. И в качестве главной записи была выбрана запись та, которая представляла наиболее полную информацию той системы, которая была наиболее полной. Можно предположить, что спустя какое-то время будет приведен, все наши участники ассоциации приведут свои метаописания изданий, представленных в своих системах, к единому стандарту. И тогда возникнет вопрос, каким образом можно было бы организовывать презентацию, то есть представление этой информации в общем перечне изданий, которые на площадке будут выставлены. Ну, тут на сегодняшний день пока какого-то однозначного решения нет, но вполне возможно, что будет выбран механизм ротации, поскольку с точки зрения, так сказать, рыночной стратегии, наверное, правообладатели были бы заинтересованы, чтобы их, так сказать, запись была всегда на виду. Но это следующий этап нашей работы. Пока на сегодняшний день не существует еще единого установленного, так сказать, формата описаний для ЭБС, который бы придерживались все участники. Поэтому я думаю, что в следующий раз, когда мы будем эту тему обсуждать, мы уже будем предлагать какие-то механизмы решения. Вторая задача, которая ставилась и была, собственно, может быть, одним из мотиваций создать некую единую площадку для представления сведений о содержании электронной библиотеки
Пользователи в первую очередь, естественно, речь идет. В принципе, все мы знаем, что в электронно-библиотечных системах... Так, звук опять пропадает. Ну, бывает. Тут уже ничего мы, к сожалению, поделать не можем. Наверное, канал сегодня среди дня более-менее достаточно перегружен, но, может быть, есть смысл говорить помедленнее. Значит, задача комплектования для библиотек является одной из ключевых с точки зрения процессов. И когда мы говорим о электронно-библиотечных системах, то существует два основных типа комплектования, которые нам предлагаются. Первый и как бы наиболее распространенный – это принцип комплектования коллекций. А второй – это возможность точечного комплектования, которое предлагается далеко не всем, но тем не менее на сегодняшний день также представлено. К сожалению, на сегодняшний день, когда мы анализировали данные, предоставляемые нашими партнерами, в них не присутствовала информация о принадлежности книги или документа электронного к той или иной коллекции. Поэтому сегодня была предварительно рассмотрена и решена задача комплектования точечного, то есть по книжно. Для того, чтобы эта задача была решена, ну, так сказать, в привычном стиле, был предложен следующий алгоритм работы комплектатора на платформе. Первым шагом была авторизация. Авторизация необходима для того, чтобы у того специалиста, который занимается отбором литературы, был сформирован личный кабинет. Это сервис самой платформы, и в результате авторизации, то есть сначала регистрация, потом авторизация, появляется личный кабинет, в котором есть специальный сервис по формированию портфеля, так называемого. Следующий шаг при формировании списка литературы, естественно, это поисковый запрос. В результате его исполнения появляется определенное количество записей на экране, и эти записи из них формируется тот список изданий, которые у нас может включен список для дальнейшей обработки. Как это выглядит на экране? Так вот. А как бы мне увеличить этот экран на полный экран? Может быть, вот так? Так, немножко лучше. Евгений Николаевич, не надо это делать, мы тогда чат не увидим. Ага, ну, хорошо. Нет, просто коллеги хотели бы увеличить, я поэтому вижу. Можно скачать презентацию и смотреть ее у себя на своей стороне, если кто-то хочет посмотреть ее в увеличенном виде. Ну, хорошо. Значит, тогда мы продолжаем. Итак, в результате формирования этого списка, который создается внутри платформы, появляется возможность экспорта этого списка в один из удобных форматов. Ну вот в данном случае мы представляем вариант списка, сформированного в формате Excel, электронных таблиц Excel. И когда эти списки уже будут сформированы, опять-таки используя механизмы, которые встроены в платформу, они могут быть направлены по электронной почте непосредственно той организации, которая является владельцем данной системы, для того, чтобы получить в ответ уже какие-то ценовые предложения, поскольку, как вы понимаете, у нас этой информации внутри электронно-библиотечных систем и в их электронных каталогах просто нет.
То есть ценовые характеристики – это уже продукт, так сказать, коммерческого взаимодействия, там, где есть, уже работают отделы маркетинга каждого из участников. Какие нам видятся дальнейшие шаги по развитию этого сервиса? Понятно, что вот этот вот механизм точного комплектования, он на самом деле не оптимален и неэффективен. Во-первых, нужно учитывать то обстоятельство, что в результате такого точного комплектования возможна ситуация, когда книги из разных источников попадут в один список. Хотя на самом деле внутри системы на сегодняшний день предусмотрена защита от этого обстоятельства, поскольку прежде чем мы начинать должны поисковые работы по подбору литературы, ставится, так сказать, в качестве условия выбор той или иной библиотечной системы самим уже комплектатором. То есть прежде чем он начинает искать, ему нужно выбрать ту коллекцию того издательства или того агрегатора, который он хотел бы исходно, так сказать, в качестве базового взять. Но еще раз повторю, что это не самая, так сказать, сегодняшний день удобная схема. Поэтому мы предлагаем следующие доработки, которые на сегодняшний день могут быть осуществлены. Во-первых, ясно, что необходимо организовать категории пользователей. Сегодня это, в принципе, всего лишь две категории. Это авторизованный пользователь или гостевой доступ. То есть и в том, и в другом случае как бы никакой дифференциации принципиальной нет. Поэтому категория пользователей предполагала, что мы можем ввести несколько уровней доступа для того, чтобы комплектаторы и те службы, которые с ними взаимодействуют, имели возможность определенного администрирования на уровне системы. Естественно, стоят задачи, связанные с разработкой единого стандарта, о котором я говорил в начале презентации. Ну и, наверное, было бы все-таки удобнее работать пользователю, не выходя из платформы, то есть не выходя прикладные какие-то программы в тот же Excel, работать внутри системы, чтобы с ней можно было осуществлять полностью обмен информацией. Вот какие категории пользователей мы могли бы предложить. То есть должен, естественно, быть главный администратор, тот, который осуществляет полномочия общего управления всем ресурсом. Комплектатор – это тот, кто у нас, тот, кто работает со стороны подписчика и формирует. Администратор ЭБС – это как бы лицо на той стороне экрана, представитель ЭБС, который взаимодействует с своим, так сказать, партнером-комплектатором. Ну и обычный гостевой режим, то есть это любой пользователь, который может зайти без регистрации и просто посмотреть что-то, то, что он может увидеть без каких-то дополнительных действий. Единый формат описания, он предполагает все-таки обращение к неким, так сказать, нам видится, что эту задачу нужно решать коллегиально. Может быть, имеет смысл сформировать рабочую группу из представителей и пользователей и правообладателей для того, чтобы сформировать единый тип, единый стандарт метаописаний изданий в электронных библиотечных системах, для того, чтобы все наши, так сказать, партнеры придерживались этого формата. Ну и я думаю, всех вузовских представителей также было бы интересно. Это, кстати, уже в некоторых электронных библиотечных системах сегодня такой сервис уже присутствует. Это указывание кодов направлений подготовки в соответствии со стандартами, с федеральными образовательными стандартами, опять-таки, что улучшило бы качество отбора литературы внутри наших библиотечных систем.
последний слайд. Если кого-то что-то интересует и вы хотите получить дополнительную информацию, вы можете, во-первых, скачать презентацию. Я сразу повторюсь, что предупрежу, что то, что мы сегодня видели на экране, это не совсем, так сказать, тот вариант представления этой информации, как он выглядит в формате PowerPoint, поскольку здесь конвертировано изображение в область, ну, в формат PDF, и, соответственно, некоторые элементы анимации были упущены. Во-вторых, вы можете прочитать эту информацию и зайти на ресурс непосредственно и библиотеки Казанского университета, и на ресурс доступа, он в открытом доступе на сегодняшний день. Я сейчас попробую написать электронный адрес. Как эта площадка представляется, как к ней получить доступ для ознакомления. Вот вы видите этот электронный адрес, это вы можете увидеть работу этой системы пилотного проекта. Ну и или в адрес ассоциации для того, чтобы получить какие-то разъяснения и ответы. У меня на данный момент попробую ответить на ваши вопросы. Ну давайте пойдем в порядке поступления. Вот Марина Владимировна спрашивает, какие сроки реализации проекта? Ну, реализация проекта на самом деле будет завершена в полном объеме, я думаю, к лету следующего года. И на самом деле зависит это еще и от активности наших коллег из других ИБС, поскольку мы не со всеми на данном этапе взаимодействовали. Кроме того, как вы видите, сегодня этот ресурс размещен на домене Казанского университета, но, естественно, это, наверное, не совсем правильно, поскольку все-таки ассоциация – это независимый проект, и поэтому они, то есть наши заинтересованы в размещении его как отдельную площадку в домене АПР непосредственно. Четыре ЭБС, которые здесь были представлены, они консолидировались в этом проекте именно в контексте консолидации метаданных. Организационно это совершенно разные структуры, и они существуют, естественно, полностью самостоятельно, и более того, это в каком-то смысле конкурирующие организации, но тем не менее, вот эта идея создания единого окна доступа, она на самом деле преследует не только цель, так сказать, удобства пользователей, но и определенные дополнительные возможности для наших правообладателей и наших коллег-агрегаторов. Поскольку это в каком-то смысле единая витрина всех ресурсов ЭБС, на которую можно зайти посмотреть, в одно место, не заходя на каждую из платформ с точки зрения, естественно, содержания, потому что есть еще такие вещи, как сервисы, которые каждый из этих ЭБС предоставляет. Но, тем не менее, для них это своего рода рекламная витринная площадка, которая позволит нашему пользователю, нашему, так сказать, сотруднику библиотеки вуза заглянуть сразу во все и сделать для себя какой-то осознанный выбор. Что касается готовности агрегаторов работать над стандартом, то вот те ЭБС, которые на сегодняшний день предоставили эту информацию, они такую готовность выразили. Единое окно будет доступно всем в режиме гостевого доступа. Это, вообще говоря, открытый ресурс.
Единственное здесь ограничение будет, что для пользователей АПР могут быть какие-то, так сказать, преференции в конечном счете предоставлены. Но сегодня этот вопрос так не ставится. То есть это ресурс открытого доступа в гостевом формате, а если мы будем говорить о возможностях получения доступа к режиму комплектования отбора литературы, то да, это связано с членством АПР. Но АПР для вузов — это организация открытая, никаких взносов членских и иных, так сказать, платежей или еще чего-то за участие в ассоциации с них не берется. Еще какие будут вопросы? Ну, если я правильно понял... Евгений Николаевич, я... Ага, вот есть еще вопросы, я попрошу тогда ответить на вопросы и пока оставаться, не выходить из вебинара, я дам слово еще Константину Николаевичу Костюку, который хотел бы добавить пару слов, но может быть за это время и к вам появятся какие-то дополнительные вопросы. Поэтому вот пока есть вам вопросы, а после этого вы отключайтесь, но, пожалуйста, не выходите из вебинара. Спасибо. Вопрос относительно аспекта отражения тематики не очень понятен, поскольку на самом деле, когда мы говорим отражение тематики в виде кодификаторов образовательных стандартов, вы это имеете в виду? Это к Юле Петровне вопрос. Другие ИБС планируют присоединяться, но для ИБС, насколько я знаю, туда уже вошла еще Библиоросика. Вот, для научных учреждений свободный бесплатный доступ в формате гостевом. Я еще раз подчеркиваю, что гостевой доступ, он доступен абсолютно всем, независимо от того, организация это, физическое лицо или еще что-то. Небольшая плата может взиматься исключительно только с точки зрения использования сервисов именно в контексте комплектования и перехода на полные тексты, но это по сравнению со стоимостью самой ЭБС сумма совершенно незаметна и, скорее всего, она будет растворена в библиотеке систем, и пользователь этой нагрузки просто не почувствует и не увидит. Кстати, интересный сервис, который благодаря вот возможностям самой платформы может быть предоставлен вузам, это уже, естественно, как бы может рассматриваться как некое дополнительное проектное решение. Этот сервис позволяет интегрировать не только ресурсы ЭБС, он позволяет интегрировать к вот этому поисковому окну единому также электронные каталоги самих библиотек, их репозитории. Этот сервис, вот если вы посмотрите на сайте Казанского университета, как это реализовано, то вы увидите, что к нему подключен также еще и возможность поиска по подписным ресурсам иным, в том числе и зарубежным. Но такая, конечно, уже работа, она требует индивидуальной части разработчиков и взаимодействия с самим вузом. И, в принципе, это возможность создания некого единого поискового механизма на... фактически федеративного поиска на сайтах самих университетов. Ну, я исхожу из предположения, что далеко не у всех таких есть свои команды разработчиков, и такая, например, такой сервис мог бы быть реализован. Опять-таки он мог быть реализован в двух форматах. Один формат — это как облачный сервис, то есть как вот вы заходите на тот же самый Google там, или Яндекс и это смотреть снаружи. А что касается, так сказать,
в Тарту платформы на ресурсах самих университетов, это уже отдельная история. Значит, просмотр. Так, сейчас я, извините, я сейчас промотаю чуть-чуть вверх. Отражение содержания книг, ну, переход к содержанию книг, если вы имеете в виду оглавление, то здесь полностью все зависит от того, в каком объеме представлена информация на сайте правообладателя. Поскольку мы в результате поиска получаем прямую ссылку на ресурс уже самой ЭБС, то вот в зависимости от того, что ЭБС покажет на своем, уже на своем веб-сайте, то вот эту информацию мы сможем увидеть. То есть в метаданных, которые мы обрабатываем, там нет никаких, естественно, полных текстов, кроме аннотаций. Собственно, и поэтому возникла тема авторизации для перехода на полные тексты. А соглашение, о котором вы говорите за дополнительную плату, на самом деле вопрос здесь формируется таким образом. Речь не идет о взаимодействии с Казанским университетом, речь идет о взаимодействии с ассоциацией, в рамках которой будет сформирована сервисная компания, обеспечивающая функционирование вот этого ресурса. И если возникнут какие-то товарно-денежные отношения, то речь пойдет о взаимодействии вот с этим юридическим лицом, а не с Казанским университетом. Вот. Так. Естественно, когда вы видите, у вас будет сразу видна. В результате поиска вы сразу увидите, в каких ЭБС есть книга, и уже выбирать будет комплектатор, и какой ЭБС он будет иметь желание подключиться и куда он захочет присоединиться. С APR Books это вопрос на самом деле не разработчиков этой системы, а вопрос ассоциации и общего обращения членов ассоциации, вот так я бы сказал. Сколько будет стоить пользование сервисом? Ну, вы контакты при внедрении этого сервиса в общий, так сказать, доступ, уже в общее пользование, все соглашения будут заключаться непосредственно с правообладателями, то есть с содержателями ЭБС. Вот, ну, объем, сумма годовой подписки оценивается в интервале от 20 до 30 тысяч рублей в год, в зависимости от того объема услуг, которые будут по этому получены. Ну, и, естественно, если стоимость, допустим, подписки на ЭБС составляет там в пределах там 2-2,5-3 миллионов, то, в общем, я думаю, что эта сумма совсем незначительная. Ну, что касается ключевых слов и предметных, да, я согласен, нужно стремиться к унификации. Ну все, коллеги, тогда я, наверное, другие ЭБС к этой программе могут быть. Будут присоединяться те ЭБС, которые входят в ассоциацию АПР. Пока. Что касается других, ну, ГАТАР является членом ассоциации, поэтому пока здесь представлена только та информация, которую они нам передали. Все остальное, что касается медицинской тематики, естественно, тоже будет добавлено, как только мы сможем получить ее. Ну, все, наверное. АПР не разработчик, это ассоциация.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел тоже вас поприветствовать именно от АПР под эгидой, которого происходило сегодняшний вебинар. Меня сейчас слышно или нет? Так, слышно, прекрасно. Ну, я займу буквально последние, у вас не больше 5 минут. Прежде всего, хотел обозначить и вообще поприветствовать вас сегодня на дне АПР. Мы на нашей платформе учебно-методического центра университетской библиотеки онлайн дали день одному из ключевых проектов АПР «Единому окну доступа». Ну, вы знаете, сейчас уже хорошая традиция на крупных больших конференциях проводить день АПР. И вот хотел, собственно, сделать сообщение о последнем важном мероприятии, которое произошло вот буквально 30 октября. Это отчетное собрание ассоциации нашей производителей и потребителей образовательных электронных ресурсов, которая произошла в Португалии на конференции НАИКОН. И кто-то из наших вот сегодняшних слушателей присутствовал, была тоже трансляция онлайн, но большинство, конечно, не присутствовали, поэтому я буквально хочу сообщить 2 слова об этом важном событии. В общем, АПР в своей деятельности насчитывает уже год, и как вы видите, мы стараемся это время не тратить даром. Сам смысл ассоциации был тот в том, чтобы создать наконец отраслевое пространство, единую отраслевую ассоциацию, где бы могли встречаться и разработчики, такие как мы, и самые главные потребители, такие как вы, чтобы то, что возникало в результате нашей деятельности, действительно получалось хорошо, цельно, разумно, без тех ошибок, которые случались неоднократно тогда, когда вот этой вот отраслевой коммуникации у нас не было. Вот, на отчетном собрании мы прослушали отчет Нателлы Надаревны Квелидзе, нашего исполнительного директора, отчет по всем направлениям деятельности. Это была и деятельность по представлению интересов библиотеки ИБС на уровне государственного руководства, то есть в Рособорнадзоре, Министерстве образования и науки. Вот эта деятельность по упорядочиванию наших отношений рынка, прежде всего, например, разработка стандартов ГОСТов по ЭБС, это тоже один из крупнейших проектов. И, пользуясь случаем, всех приглашаю принять участие, кому это интересно, в разработке стандартов по ЭБС, по тому, какими они должны быть, какими они будут удобны прежде всего для вас. Вот, много других проектов, ну и среди них один из тоже самых ключевых, это проект единого окна Discovery. Тоже 2 слова скажу от себя, почему мы к этому пришли и зачем это нужно. Вот несмотря на то, что мы сегодня переживаем кризис, и в том числе и на рынке электронной подписки, даже мы для себя отметили, что при этом растет тенденция к тому, что у каждого уважающего себя вуза не одна ЭБС присутствует, а несколько. И несмотря на сокращение бюджетов, все равно вузы добиваются того, чтобы присутствовало несколько ИБС. Ну и понятно, сейчас практически у каждой ИБС есть свой эксклюзивный контент, и происходит обогащение, когда подписываешь несколько ЭБС сразу. Но происходят и другие проблемы. Дублирование, вот необходимость перехода в разных, на разных площадках, и, конечно, это очень-очень препятствует удобной работе преподавателей, студентов. Вот, собственно, это вот была одна из основных идей, почему мы в качестве ассоциации решили сделать такой вот практический инструмент. Вот. Известно, что существуют разные варианты решения. Вы с ними, наверное, уже знакомы или слышали о них. Ну, EBSCO Discovery, мы тоже их участники. Это проект очень хороший, но очень дорогой. И для большинства из наших вузов
валютная покупка такого дорогого продукта просто невозможна. Существуют уже и российские версии, тоже хочу о них сказать. Различные разработчики от себя стараются сделать такое единое окно поиска. Ну и тут, собственно, и кроется одно из препятствий. Если в таком окне поиска, скажем, не будет одной из ключевых ресурсов ЭБС, то эффект от этого присутствия будет, от этого единого окна будет невелик. Поэтому ассоциация, она как бы гарантирует то, что все наиболее представительные, важные, используемые в стране ресурсы, они будут на этой площадке и будут как бы своим участием гарантировать ее качество. Вот. Потом вопрос о качестве тоже очень важен. Евгений Николаевич практически отразил состояние вот пилотного проекта, то первоначальный формат, в котором будет запущено, а ведь дальше пойдут проблемы с качеством поиска, он должен быть безупречным, должен быть лучше, глубже, чем вот то, что может реализовать каждый отдельный разработчик. Это вопрос синхронизации личных кабинетов, синхронизации CRM вузов. То есть ясно, что это проект очень сложный, вот, в то же время очень нужный и такой безусловный элемент информационно-образовательной среды каждого вуза. Поэтому то, что мы его разрабатываем в контакте, в диалоге с вузами, с вами, это как раз гарантия того, чтобы мы построили то, что нужно, а не абы что лишь бы было. Вот, таким образом, вы видите, потихоньку мы работаем, количество наших проектов ассоциации растет, и, собственно, пользуясь участием, приглашаю вас активнее включиться в этот процесс. ВУЗ ничего не теряет, а вот от включения в наше сообщество, безусловно, только выигрывает. Вот. Вы можете принять участие в разработке стандартов, как я сказал, в тестировании этого единого окна. Вот в ближайшее время, как уже, так сказать, будет отработано первичный формат, мы пригласим для такого тестового доступа многие вузы. Пожалуйста, приглашаем вас. Вот. Ну и, конечно, очень важно, АПР позволит вот такому единому окну быть внутренне согласованным. Да? Вы видите, что необходима стандартизация всех процессов. И вот если бы это не делала единая ассоциация, то это было чрезвычайно сложно. И поэтому дорого, вот как это происходит у ЭБСКО. Да? Когда мы на своем уровне каждый ЭБС синхронизируем процессы, сделаем их согласованными, разумеется, это будет и лучше, и качественнее, и дешевле. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Тут мне немножко даже поступили вопросы. Кто финансирует проект? Ну и сюда, вот это тоже одна из причин, почему здесь присутствует АПР. В первую очередь его и финансируют учредители нашей ассоциации, но в дальнейшем он будет иметь достаточно автономный статус. Вот, в частности, на этом совещании, отчетном собрании, которое прошло, было решено создать юридическое лицо при АПР, которое и будет оператором единого окна. То есть оно будет вести достаточно самостоятельную деятельность, заключать, если необходимо, заключать и от себя договора. Вот. Ну, в общем, подразумевается, что вот это единое окно, оно будет предоставляться в комплекте подписки каждой ЭБС в отдельности. Вот. Да. Как войти в ассоциацию? Прошу, высылайте заявки. Можно прямо мне, в принципе, любому члену ассоциации, ну вот для простоты. Вот, буквально
Да, или вот Евгению Николаевичу по любому источнику, или Нателла Надаревне, кто ее знает. Буквально нужны вот ваши контактные данные, название вуза, и дальше Нателла Надаревна, она уже вышлет необходимый пакет документов. От вуза здесь требуется только юридическое согласие, юридический договор, без всяких финансовых обязательств. Вот. Ну, а на тестовый доступ, это вы подключаетесь тогда к Евгению Николаевичу, он все задачи и условия здесь озвучит. Вот. Что ж, дорогие коллеги, тогда благодарю вас за внимание, за то, что вы пришли к нам сегодня в учебно-методический центр, и приходите в следующий раз. Спасибо, Константин Николаевич. Я хотел бы спросить... Хотите ли вы еще сказать пару слов, или мы можем завершать наш вебинар? Ну, я вижу, что... Угу. Думаю, что... Наверное, Константин Николаевич все уже, что хотел, и я мог сказать, уже озвучил, поэтому у меня тоже я хотел поблагодарить коллег за их активное участие. Естественно, если остались вопросы, которые не были освещены, то что касается, так сказать, системы, то, пожалуйста, обращайтесь по моему адресу электронной почты или звоните по телефону, мы сможем обо всем переговорить. А что касается членства и вступления в ассоциацию, я еще напомню, что кроме того, что сказал Константин Николаевич, еще есть сайт ассоциации, его можно легко найти, и там вся необходимая информация о вступлении и наборе документов также представлена. Ну и надеюсь, что те, кто здесь участвовал, вполне возможно, будут участвовать в ближайшее время на конференции Либком в ноябре месяце. Там будет также площадка АПР, и я в том числе планирую там также присутствовать, и мы сможем пообщаться лично, если у вас эта тема останется востребованной. Всего хорошего, всем спасибо, до свидания. Коллеги, я тоже со своей стороны хочу вас всех поблагодарить и поблагодарить наших сегодняшних ведущих. Приходите на наши следующие вебинары, я надеюсь, у нас тоже будет интересно, и для вас это будет полезно. Спасибо за внимание, до свидания. Еще раз хочу сказать, что запись нашего сегодняшнего вебинара будет доступна на нашем видеопортале в YouTube. Как всегда, все наши вебинары выкладываются туда, так что если кто-то что-то недопонял или не расслышал, смогут обратиться к этой записи. Спасибо за внимание, до свидания.